Ассаламу алейкум, курметті көрермендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Руководство компании «Казахмыс», проведя переговоры с рабочими, приняло решение удовлетворить требования. Сбежавших из изолятора временного содержания Управление внутренних дел Жезказгана преступников задержали. В минувшее воскресенье в центре города прошел парад войск городского гарнизона. Нет ни одной семьи в нашей стране, которых бы не коснулась трагедия прошлого века – Великая Отечественная война. Все мы помним и чтим людей, которые воевали за мир на родной земле. В преддверии знаменательного дня 9 мая аким области Абельгазы Кусаинов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с главным праздником – с Днем Победы. В своем вступительном слове Абельгази Кусаинов отметил, что победа в Великой Отечественной войне имеет для казахстанцев особое значение. Потому что без этой победы, без мужества и героизма, проявленного нашими воинами в годы войны, не было бы сегодня и независимого Казахстана. Для нас, ваших последующих поколений, должно быть счастьем встречи с вами. Потому что вы подарили сегодняшний день. Вы дали свободу всем народам, мир, планета. Вот уже 67 лет идут созидательным трудом. Это все ваши заслуги. И они, об этих заслугах мы должны говорить везде, всегда и всюду. На приеме у акима области выступили ветераны войны и труженики тыла. Они говорили о поддержке главы государства, о повышении благосостояния всех казахстанцев, о поддержке людей старшего поколения. Высказывали добрые пожелания в адрес президента. В завершении приема ветеранам были вручены ценные подарки, в том числе денежные. Отечественная война – это было, как говорится, особой для истории человечества. Был и остается. Я желаю, чтобы мир сохранился долго, процветал наш Казахстан. Празднование Дня защитника Отечества в нашей области продолжается. С этой знаменательной датой и с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны поздравил аким области Абельгазы Кусаинов. Уважаемые ветераны, вы и все, кто сегодня выполняет свой воинский долг, от всей души поздравляю вас с 20-летием Вооруженных сил Республики Казахстан, с наступающим праздником Великой Победы. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и счастья. По статистике, с нашей области отстаивали независимость нашей Родины 32 522 воина. Но, к большому сожалению, с фронта вернулись не все. На сегодняшнем мероприятии присутствовали 10 ветеранов, где их поздравил аким области Абельгазы Кусаинов и вручил им медали. Аким области отметил, что из года в год повышается боеспособность вооруженных сил. Наша армия обеспечивается современным вооружением и техникой, пополняется высокообразованными специалистами. За прошедшие 20 лет, благодаря постоянному вниманию главы государства, как верховного главнокомандующего, вооруженные силы республики стали ее надежным щитом, составной частью системы международной безопасности. Для пожилых людей была организована концертная программа. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. А мы продолжаем наш выпуск. С каждым годом почтение к ветеранам только возрастает, ведь пережить события страшной войны и дожить до наших дней удалось немногим. Исходя из этого, каждый день рождения людей, обеспечивших нам будущее, является особо радостной датой, тем более, если это столетний юбилей. И самое главное, сегодня юбилей в нашем городе – это ваше столетие. Благодарю вас. Здоровья вам и еще долгих лет жизни. Мы еще должны отметить 70-ю годовщину победы в Великой войне. Федор Тимофеевич Агарков был призван в ряды Советской армии в 1942 году из поселка Долинка. Служил в городе Москва в 68-й стрелковой дивизии. Позднее по ранению был демобилизован. Сейчас у Федора Тимофеевича 8 внуков, 8 правнуков и 7 праправнуков. На вопрос, что же самое в жизни, Федор Тимофеевич отвечает просто. Какое потомство вы воспитаете, таким и будет. Так что главное, вот они главные. И я детей люблю. Вот они. Это же
безвинные существа. Глава города выразил надежду, что 80-летний юбилей нашего города, который состоится через 2 года, они также встретят вместе. Аким вручил юбиляру подарки, а также денежную премию. Несмотря на столь преклонный возраст, Федор Тимофеевич остается бодрым и оптимистичным человеком. Мы от всей души желаем ему здоровья и долгих лет жизни. Александр Крылов, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, 1 Карагандинский. На прошедших выходных в Сатпаеве бастовали рабочие 3 рудников корпорации «Казахмыс» – Алинского, Восточного и Южного. Горняки остались под землей и отказывались выходить на поверхность. Все они требовали повысить зарплату на 100%. Руководство компании, проведя переговоры с рабочими, приняло решение удовлетворить требования. Подробности расскажет Ирина Камышова. Причиной забастовки работников рудников корпорации «Казахмыс» стало то, что горняки в очередной раз получили урезанную заработную плату. Как сообщил журналистам председатель правления корпорации «Казахмыс», некоторые рудники не выполняли план, потому им начисляла заработная плата в размере 70% от оклада. Горняки Анинского рудника решили выразить свое несогласие и остаться под землей. Их поддержали рабочие еще 2 рудников корпорации. Собравшиеся на территории предприятия рабочие предъявили руководству «Казахмыса» коллективные требования, главным из которых стало повышение заработной платы на 100%. Работники, которые участвовали в митинге, которые участвовали в нашей встрече, вели себя корректно. Значит, с их стороны были пожелания, чтобы после повышения заработной платы мы не устраивали гонения. Мы также отозвали свой запрос в суд о вынесении решения о том, что митинг организован не по закону. Таким образом, значит, мы эти вопросы сняли и начались наши прямые переговоры. В результате переговоров была достигнута договоренность между руководством промышленного магната и бастующими рабочими. Основные требования горняков, в том числе повышение заработной платы, были удовлетворены. К 10 часам вечера в воскресенье все горняки, находившиеся под землей, вышли на поверхность. Заработная плата горняков увеличена на 100%. Теперь при условии выполнения плана они будут получать 400 тысяч тенге и выше. В целом вопросы решены. Заработная плата поднята существенно. Это наш внутренний документ. Об этом мы пока говорить не можем. Вот. Но решение уже принято. Конфликт исчерпан. Люди уже все по домам. И сегодня рудники в ночную смену возобновляют свою работу. Ирина Камышова, Евгений Афанасьев, 1 Карагандинский. Сбежавших из изолятора временного содержания управления внутренних дел Жасказгана преступников задержали. 5 жасказганцев в возрасте от 21 до 25 лет, один из которых обвиняется в совершении убийства, остальные в кражах и угонах, далеко убежать не успели. Преступники были пойманы уже на следующий день. Напомним, 4 мая утром при обходе дежурной смены изолятора временного содержания УВД Жасказгана в одной из камер недосчитались 5 следственно арестованных, один из которых обвиняется в убийстве 5 человек. Как оказалось, побег из камеры был совершен путем подпила решетки на окне. Данные пилки передала 3 мая 2012 года супруга Касымова, да? Через передачку, да, данные пилки, 2 пилки по металлу были в булке хлеба, да? Уже утром на следующий день был задержан один из бежавших арестантов, обвиняемый в совершении кражи. Его обнаружили в районе дачного массива, недалеко от Жасказгана. В этот же день вечером поисковая группа ОВД города Сатпаев задержала еще 3 сбежавших. Беглецы прятались на квартире одного из знакомых. Объяснить причину побега преступники не смогли. Однако, судя по рассказам, все 5 надеялись на лучшую жизнь. Селимов, Курамов, потом вот Болотов и Касымов, вот я, планировали затянуть ножовки по металлу, распилить решетки и сбежать. Хотели выехать из города. И куда? Где-нибудь спрятаться, пока все утихнет. Думаю, не будем ничего творить, не вылазит. Где-нибудь устроимся на работу. Все, грузчиками, чтобы аккуратно работать или в ауле где-нибудь. Последним был пойман преступник, обвиняемый за угон автомобиля. В настоящее время все задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность в отношении должностных лиц УВД Жасказган». Проводится служебное расследование. Ирина Камышова, Евгений Афанасьев, 1 Карагандинский.
В минувшее воскресенье в центре города прошел парад войск городского гарнизона. Торжественное построение, посвященное 20-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан, прошло на площади перед областным акиматом. Уважаемые военнослужащие, сегодня мы отмечаем два замечательных праздника. День защитника Отечества и 20-летие Вооруженных сил Республики Казахстан. Созданные в соответствии с указом президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева, наши вооруженные силы стали надежным щитом, оберегающим покой и мирный труд граждан, территориальную целостность нашего государства. 20 лет назад наша страна воспользовалась законным правом на создание собственных вооруженных сил. Два десятилетия защитники нашей Родины стоят на страже независимости. В эту честь на центральной улице нашего города прошел военный парад. Для этого специально на несколько часов перекрыли дорогу по проспекту Бухар-Жирау. В марше пеших колонн приняли участие несколько сотен военнослужащих городского гарнизона. На торжественное мероприятие пришли и ветераны, люди, которые служат образцом мужества, благородства и отваги. С праздником вас! Как? Немножко здоровья? С праздником! С праздником вас! Также в ходе мероприятия, согласно приказу министра обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, за успехи в боевой и государственно-правовой подготовке были награждены юбилейными медалями ряд военнослужащих. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В этом году Вооруженным силам Республики Казахстан исполняется 20 лет. Дата образования главной военной силы нашей страны отметилась на календаре еще и Днем Защитника Отечества. Совместив сразу два события, военные провели церемонию награждения памятными медалями и грамотами всех отличившихся за эти годы. Вслед за вступительными речами участники перешли непосредственно к церемониальным обязанностям, так как военнослужащих, получающих награды, было действительно немало. Это неудивительно, отличившихся за все годы существования вооруженных сил наградить вдвойне приятнее, тем более, что и медали были памятными. Молодая казахстанская армия сумела стать одной из лучших армий на пространстве СНГ. И воины наших вооруженных сил сегодня по праву могут гордиться тем положением, которое сейчас создалось в наших вооруженных силах. Особо радостно всеми присутствующими было встречено объявление о том, что президент нашей страны издал указ о присвоении празднику 7 мая статуса государственного. Далее следовала концертная программа. В общем и целом праздник удался, но ведь это еще не конец. Впереди 9 мая. Александр Крылов, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Наступает 67-я годовщина со дня победы в Великой Отечественной войне. В честь этой даты в Департаменте внутренних дел Карагандинской области прошло торжественное собрание, на которое были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, ветераны внутренних дел и внутренних войск. 7 мая исполняется 20 лет с того дня, когда президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал указ о создании Вооруженных сил Республики Казахстан. И в нашем календаре появился еще один праздник – День защитника Отечества. Сейчас, в данный момент, мы вот возложили венок погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудникам внутренних дел. Сейчас будет торжественное мероприятие, посвященное 9 мая и 7 мая, День защитника Отечества. После этого сейчас в Адыре ДВД состоится театральное выступление сотрудников внутренних дел, художественной деятельности для ветеранов. На данном мероприятии для ветеранов был организован праздничный концерт. В честь них пели и танцевали сотрудники карагандинской полиции. Кроме того, ветеранам были вручены ценные подарки, и в честь погибших прошла минута молчания. Ратный труд всегда пользовался в нашей стране особым почетом и уважением. И потому этот праздник стал данью памяти всем тем, кто отстаивал независимость нашей Родины на протяжении ее истории. Каждому ветерану был подарен символ победы – георгиевская ленточка. По словам организаторов, в этом году ленточки были привезены из Москвы. Сейчас, в данный момент, ветеранов участников войны порядка 15 человек, и тружеников тыла порядка 60 человек. После концертной программы ветеранов проводили в специально организованную полевую кухню, где им подали солдатскую кашу и фронтовые 100 грамм. Полевая кухня кормила в годы войны роты, целые армии и дожила до нашего времени практически без изменений. Сегодня, ребята, это
во-первых, значит, помнить, всегда помнили наших великих победителей, нашей победы, именно, честного ветерана Великой Отечественной войны. Также, значит, самое, значит, молодым поколением нашим, именно, чтобы знали патриотическое воспитание молодежи, чтобы знали, что предки наши чем именно вот для нашей светлой жизни, что же они сделали. Нарангуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация и вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним – 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы, пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Сабол Муздар.